По факту гибели женщины в Ершове возбуждено уголовное дело. Напомню, 7 сентября жительница районного центра шла с ребенком по центральной улице. В этот момент налетел шквалистый ветер, при сильном порыве рухнуло дерево. Женщина успела оттолкнуть ребенка, и дерево придавило ее. С тяжелыми травмами ее госпитализировали в больницу, на следующий день она скончалась. Ершовским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Правоохранители дадут оценку действиям лиц, в обязанности которых входит контроль за зелеными насаждениями.